Всем привет! Вы на канале Мотосибирь. Сегодня у нас, так скажем, очень выгодная позиция в мире кросса. Жидкостник Эконика Rollis 008 модель на жидкостном охлаждении. Механика, 250 кубиков рабочий объем. Вот такой вот красавец. ЖК дисплеем. Понравилась мне данная моделька, сложно это скрывать, особенно если мы сравниваем среднестатистическую стоимость подобных мотоциклов. Да, на этой модели в чем-то сэкономили, но самое главное, на мой взгляд, в этой модели есть стержень. Стержень тот, который позволяет эксплуатировать эту технику без особых затрат, который имеет достаточно хороший ресурс, а это рама, двигатель, подвеска. Достаточно важные факторы. По мотору. Мотор прекрасен. 170-я серия. Кстати, хотелось бы подчеркнуть, что там может его по маркировки 169 FMM жидкостник этот, но по существу это совсем другой двигатель на жидкостном охлаждении. 170-я обновленная версия с двумя разнесенными радиаторами, уже на силиконовых патрубках, с вентиляторами охлаждения Panasonic. Очень крутый, с ума сойдешь. Радики сделаны очень даже неплохо. Также имеется и защита радиатора, вынесенная дополнительно, прикручена к самой раме. В этом отношении даже удивили, честно говоря. Немножко, наверное, бы подчеркнул, что сюда бы можно было бы одеть защитное кольцо, пружину, чтобы не давало возможность при тех или иных обстоятельствах прижиматься к выхлопу. А это моментальная дыра, и вы никуда не уедете, если не поменяете шланг. Давление будет выкидывать охлаждающую жидкость, двигатель поймает перегрев. Вот с этим отношением какую-то защитку, либо все-таки пружину полноценную, чтобы не было возможности растаять этому шлангу, вот здесь очень необходимо. Помимо того, что они умудрились за ту стоимость, которая он стоит, воткнуть сюда жидкостный мотор, который имеет 27 сил. Мотор очень достойный, проверен временем, чугунным цилиндром, который при хорошей замене масла готов откатать сумасшедший ресурс. Они еще и воткнули сюда Nibi Racing линейку Black. Это 32-й, который позволяет ему крутить до отсечки, дает ему приличную прикормку. Посадили его как попало, полукриво, но стабильно при этом работает. Очень мне понравилось, что в этом карбюраторе прогревочный заслонка, поднимающаяся вверх, вон она находится, вот он черный штуцер, который поднимается вверх и обороты взлетает, прогрел, опустил и погнал.
он защищен полноценным воздушным фильтром многослойным, который спрятан в корпусе внутри, который будет достойно работать и не будет накидывать туда всякого говна. Три слоя защиты уже как на полноценных кросс-эндуро мотоциклах. Мало того, они умудрились сделать очень даже неплохую заднюю подвеску, которая имеет всевозможные регулировки, прогрессию. Амортизатор имеет регулировку на жесткость, на отбой и на преднатяг. Все регулировки перед вами, всеми регулировками под свой вес можно или стиль езды можно пользоваться. Прогрессия тоже достаточно неплохая, не самая, конечно, дорогая, дешевле, чем амортизатор, но она здесь присутствует и она полноценно работает. Мало того, воткнули сюда далеко не самый дешевый маятник, который держит сумасшедшую нагрузку, и людей, которые весят больше 100 кг, тоже способен терпеть, вывозить. Глушитель переменного сечения, труба. Клепанный глушитель, композитный, нержавейка, алюминий. Глушителя работает достойно, за исключением того, что отваливаются клепки, которые приходится переделывать. Но здесь клепка более серьезная, более дорогая. И я думаю, будет ходить подольше. Хорошее крепление заднего глушителя, жестко прикручивается. Далеко не самый дорогой пластик, но очень мягкий. Старого образца, уже вышли модели с более обновленным пластиком, но к нему особых вопросов нет, терпит, будет работать. Понравилось мне освещение, уже имеет диодную лампу освещения, которая реально работает. Также имеет диодные поворотники, задний стоп. Не имеет, очень жаль, что поверхностного багажника, чтобы можно было перетаскивать, брать его, переносить. Слабым местом будет все-таки хвост задний, как ни крути. Но все же, вот на сегодняшний день это стоит 160 тысяч рублей. Для подписчиков нашего канала делается дополнительная скидка в 5000 рублей в заводской упаковке. И за 160 тысяч рублей этот жидкостник просто подарок на сегодняшний день, если сравнивать все остальные цены идентичных мотоциклов. Там что-то подобное вы можете купить 200 и за 200. С такой мощностью, с такой комплектацией. Передняя вилка не имеет регулировок, конечно же, в этом бюджете, но эти вилки работают очень достойно. Они неприхотливые, дешевые в обслуживании и в ремонте. Мне они очень нравятся. Железяка колеса. На этом сэкономили, конечно. Резина адекватная, послушная, прогнозируемая. Колеса здесь подешевле. Они не предназначены, чтобы вы там подлетали, приземлялись и так далее. Нагрузку они такую держать не будут. При построении этого мотоцикла это было, мы это учитывали. И все понимали, что это не для занятия спортом, это для повседневной эксплуатации. Возможность снятия мотора, чтобы можно было извлекать для промежуточного ремонта. Отдельно навесные крепления здесь предусмотрены. Это очень, так скажем, во время обслуживания ремонта облегчает жизнь. Также заднее крепление сделано очень неплохо с дополнительным усилителем. В этом отношении к вопросу к раме также вопросов вообще не возникает. Все сделано очень неплохо. Толстый штырь, ось хорошо сделана, не тонюсенькую, здесь не сэкономили. Очень я по этому поводу рад, что конструктив сделали очень даже неплохо. Возможность регулировки рычага тормоза. Тормоза задние старого образца стоят, двухпоршневые. И спереди двухпоршневые, которые уже проверены временем, очень хорошо работают, без всяких вопросов. Ножки водителя съемные,
для второго пассажира, естественно, подножек нет. В априори подразумевается, что вы поливаете в одного, короткое сидение, в одному очень комфортно и отсесть назад без всяких проблем. Защита рук только от веток, нет внутренней части, алюминки нету и железяки нету, поэтому это только бутафория. Хорошие зеркала на длинной ножке, которые позволяют адекватно видеть, особенно в потоке общего движения в городе, потому что эта техника с ПТС и подразумевается, что она будет ездить везде. Максимально задрали вверх электронику, чтобы вы ее не утопили. Есть, конечно, вот такие прорехи, можно было бы заизолировать, но это Китай, и без этого вообще никак. Что-то чуть-чуть приходится доделывать под себя, так скажем. Мотоциклом, по ощущениям, я очень доволен. Кстати, в этом бюджете еще установили возможность регулировать нажимной механизм на переднюю гидравлику, что меня тоже удивило. Короткоходная ручка газа, очень простая, проверенная временем, голову не греет. Замок зажигания, слава богу, вывели вверх, а не где-то там в жопе спрятали внизу. Все культурно, аккуратненько, бюджет четко распределили, мне это очень нравится. Кто-то, может быть, конечно, и пахает, но если говоришь сумму, то сразу все, кто там что-то бубнят, сразу тухнут. Даже резиновый брызговик из такой плотной резины сделали, а не пластмассовый, который не будет бремчать, как что попало. Это имеет место быть. Золотую голденовскую цепь усиленную в этот бюджет сюда запустили. Просто красавцы. В первые промежутки там до 5000 километров вы не будете голову греть, какую цепь, ой, надо купить цепь, ой, надо купить цепь. Нет, просто пользуйтесь. Ловушка, конечно, относительная, но она работает. Здесь, конечно, всегда имеются определенные вопросы по слайдеру. Блин, такой он подешевле, как ни крути, болтается, туда-сюда скользит и так далее. Конечно же, лучше бы вот этот момент можно было обыграть как-то поинтереснее, сделать более широкий, более хорошее крепление, чтобы заворот там был, чтобы одевался прямо на прогрессию, вот так вот, чтобы не мог ходить влево-вправо. Колесико присутствует, оно из плотного пластика, плотнотелого. Он такой более мягкий, не жесткий, и поэтому звука от него при вращении нет. Это тоже очень приятно. Не шумит там ни хрена. Здесь кран посажен напрямую к баку. Имеет резерв, открыто, закрыто. Бак, конечно, немножко маловат, как ни крути. Хотелось бы, наверное, литров на 12. Вот, но все равно 8-литровочка. Тоже канает, на 200 километров будет хватать в среднем. Ну, может, иногда, если прям будете топить как следует, может не хватать. Но как ни крути, через 150 километров спокойно дозаправочка и никакого геморроя. Вот такой вот интересный продукт. Если у меня есть 160 тысяч рублей, я хочу кроссовый мотоцикл, я очень сильно задумаюсь о покупке именно этой модели, как ни крути. И еще нужно подсказать о том, что высота посадки здесь достигает 93. А значит, данная модель не будет подходить людям, которые ниже, чем 1,80 м. Будет дискомфорт, вы не будете доставать. Будете постоянно наклонены в одну сторону. Поэтому людям, которые меньше, чем 1,80 м, я не рекомендую покупать данную модель. Она рассчитана на более высоких среднего и выше среднего роста людей. Переходите в описание на наш официальный сайт. Очень много различной техники. Отправляем технику в различные регионы. Очень выгодно. Не думайте, что это стоит каких-то десятки тысяч рублей. Все стоит очень приемлемых денег. Удивитесь, насколько будет выгодно купить данную модель у нас. Наша скидка в 5000 рублей перекроет вам стоимость доставки до любого из регионов, не считая района Крайнего Севера. Можно отправить до Калининграда или до Владивостока за такую стоимость.
без всяких проблем в заводской упаковке. Максимальная скорость мне пока неизвестна. Техника хоть и поменяла масло и поработала она уже там 6-7 часов, все равно не хотим отматывать его. Ну, я думаю, по передаточному числу, ну, меньше чем 135 км в час он по-любому не поедет. 135-140 примерно так. Нормально он дует. И передача длинная, пятая, достаточная. И можно всегда комфортно подобрать по передачам именно такой диапазон, чтобы сэкономить максимально топливо. Вот такой красавец. Всем рекомендую, особенно те, кто не могут себе позволить купить мотоциклы за 200 и более 200 тысяч рублей. Но хочется что-то мощное, быстрое, относительно, конечно, и жидкостное в первую очередь, а не воздушку или воздушно-масляное охлаждение. Эта модель будет для них спасением. Вот такая вот суть 27-сильного мотора, заключенного вот в эту комплектующую. Всем всего доброго, всем пока.